В Самаре составлен предварительный список мест, где может быть размещена символика чемпионата мира по футболу 2018. Как правило, это самые популярные у жителей и гостей города площади, парки и скверы. Особое внимание оформлению въездов в областной центр. Планируется, что символика появится со стороны поселка Стройкерамика, Стромиловского шоссе и поселка Царевщина, на въезде со стороны Южного шоссе и со стороны Кировского моста, а также у поселка Прибрежный. Все города-организаторы мирового футбольного первенства получат свой территориальный брендинг уже 18 сентября. Для каждого презентуют специальные разработанные элементы фигурного стиля, которые и будут использоваться для оформления конструкций зданий, сувенирной продукции и других мероприятий. При брендировании городов будут учтены их исторические и, в принципе, традиции. В основании утвержденного стиля до 1 января 2016 года местными властями предстоит сформировать концепцию оформления.